Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Познакомилась с парнем, мне 29, ему 35. Он мне сам написал, проявлял интерес, увидели, симпатия была взаимной. Всегда на меня смотрел, до меня дотрагивался, обнимал. Родился в моем городе, но переехал в другой. Здесь он был в отпуске. После встречи писал мне, говорил, как происходит у него симпатия. Я спросила, этого у нас не произошло. Он ответил, что одного вечера было недостаточно ему, чтобы понять. Но сказал, что ему я понравилась, как общаюсь. На меня приятно смотреть и хочется смотреть, но дело времени, чтобы дальше понятно было. Я понимаю, дело времени, но для этого нужно хоть какое-то общение. А он уехал обратно, и общение у нас сошло на нет. Я писала спустя неделю, как дела, он ответил, спросил, как я. В тот момент я была в другом городе и сказала ему, вот бы нам здесь вместе быть. Он прочитал, ничего не ответил. Теперь полный игнор. Почему? Если он знал, что ему нужно уезжать, и то, что одной встречи недостаточно, зачем видеться тогда? Получается, так резко пропал интерес. Другой город не помеха, летит 2 часа, можно и переехать, я не против. Он меня зацепил, обидно, что так поступил. Для чего игнорировать, если можно ответить? Неинтересно, мне не подходишь, а игнор – это неуважение. Со злости хотела ударить его, получается, никакого продолжения в этой истории нет. Ну, я думаю, что именно психологи вам не подскажут, есть ли будущее или нет. Это больше к эзотерикам, наверное. У вашей ситуации есть несколько моментов. Первое. Это то, что вы предаете себя, в том смысле, что есть вещи, которые для вас неприемлемы, например, игнор, но вы с ними миритесь. Это есть предательство себя. То есть, ну, если для вас игнор – это неуважение, то, ну, соответственно, человек вам не подходит. И как бы вам с ним не по пути. Именно в силу того, что для него приемлемо то, что неприемлемо для вас. И наоборот. Второй момент – это то, что вы хотите от него. То есть, вот, значит, вот вы очень много говорите про то, что у него не появилась или появилась симпатия, да? Но довольно мало говорите о том, а есть ли симпатия у вас, есть ли чувства у вас. И если они есть, то что это за чувства? Да? То есть, если у вас симпатия, например, к нему, то какой у нее вектор? Чего вы хотите? Хотите ли вы больше получить от человека? Или хотите ли вы больше ему дать? Когда вы говорите, что вот было бы хорошо, если бы мы были вместе в этом городе, опять же, это про то, чтобы его счастливым сделать, или про то, что вам хорошо. Это нужно обязательно поисследовать. Еще один момент, то, что, как вы выстраиваете отношения. Вот, я не совсем понял, точнее наоборот, по тому, что вы написали, когда вы пишете, что вот я у него спрашиваю, как дела, он ответил там, тоже спросил, как я. Вот. Мне показалось, что у вас мало общего. Мне показалось, что у вас мало что объединяет. Да, человек мог вам написать, он мог проявлять интерес, но что это был за интерес? Понимаете? Если пока все очень смахивает на интерес просто внешний, вот. Ну и все, а общего ничего нет, и соответственно, ну, мужчина мог просто понять, что ему мало того, чтобы внешне ему нравится. Вот, то есть это вопрос именно... как вы выстраиваете отношения? На чем? Что общего? Последний момент – это то, что вы хотите обратной связи от человека. Вот, болезненно реагируете на игнор. Почему?
Потому что в ситуации игнора решение нужно принимать самому. То есть самому нужно определять, как я эту ситуацию вижу, что она для меня значит, и как я собираюсь поступать. То есть это получается обращение к себе. И вам это болезненно. То, что у вас это вызывает злость, да, и агрессию. Ага, с одной стороны, говорит о том, что для вас это неприемлемо, такое поведение. С другой стороны, это говорит о том, что вам сложно обращаться к себе, опираться на себя, доверять себе. Вам сложно. И внутри есть вот это вот, как будто бы, да, отторжение, диссоциация, непринятие. С этим тоже нужно работать. Потому что человек может игнорировать. Потому что человек может не поступать так, как вы хотите, как вы ждете. Это нормально. Вам-то что делать? Дальше. Вы говорите, что он меня зацепил, обидно, что так поступил. Ну, во-первых, давайте мы разберемся, что значит зацепил. Да и зацепил это как? Вот, когда вы говорите, что он вас зацепил, вы же говорите здесь про него. Но говорить-то нужно про себя. Какие у меня чувства возникли, да? Что касается обиды, то это определенные ожидания. Ваше ожидание. Нужно посмотреть, что это такое. Чего вы ждали от него. И какие ваши потребности лежат в основе вот того, что вы ждали. Потому что потребности — это нормально. Но вашей ответственностью является организация их удовлетворения. И человек может их не удовлетворить. Он может просто пойти своим путем, другим путем, и все. Вопрос, как вам жить? Понимаете? И вот, судя по всему, вы не очень бережно относитесь к своим потребностям. Может быть, даже не знаете их. Вообще, в таком случае их нужно узнать и расширять сферу их реализации, чтобы не зависеть от человека. Вот, пожалуй, как-то так. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Всего доброго!